австрийский павильон, последний на сегодня. Нас предупредили, что здесь очень много сексуального контента. Пошли искать сексуальный контент. Ух ты, это можно газетку взять? Ничего себе. Оно не работает так. На ходу оно так не работает. Я понял, я сейчас отплываю. Очень яркий белый павильон. Ну, сейчас еще солнце вылезло. Просто залить светом. В том, что, ну, по факту я не вижу даже, не знаю, обнаженного тела здесь. Если так разобраться. Ну да. Знаешь, это как будто мы стоим сейчас в той комнате с японской инсталляцией в центральном павильоне. Ну, которая ослепляющая была. О, да, да, да. Только здесь есть контент, а там не было контента. Ну да, который надо было бы рассматривать через боль в глазах и рискуя потерять зрение. Ну, как, собственно, я сейчас делаю. Смотри, суперкондом. Да. Суперкондом. Да, такой есть. Вот. Класс. Ну да, вон, смотри, рогатка с членами.